Хотите знать, что тут делается? Спросите Кока или доктора, с ними много кто болтает. Доктор, можно вас на минуту? Вы заболели? Нет, вовсе нет. Вы не слышали разговоров о том, что творится на борту? А что творится? Может, кто-то жалуется, команде не нравится капитан или пассажир. Вот и Джеймс тоже спрашивал. Но я, знаете ли, так поглощен работой, ни на что больше внимания не обращаю. А где мне найти Джеймса? Зайдите на камбуз. А теперь, увы, я занят. Вы Джеймс? Ага. Хейтем Кенуэй, к вашим услугам. Я знаю, кто вы. Мне нужны ответы на пару вопросов. Я так и думал. Но не здесь. Идемте. Так что вы хотите знать? Вы не видели ничего необычного с тех пор, как мы вышли из порта? Вас ничто не встревожило? Кое-кто из матросов по ночам болтает на верхней палубе. Я слышал только обрывки, не знаю, что они затевают. Но думаю, что-то скверное. Они затевают бунт? У них точно зуб на капитана. Милл старается их успокоить. Но одному человеку много не сделать. Спасибо за сведения. Я просто хочу добраться до колонии живым. Добрый вечер. Как дела? Тихо все, как и должно быть. Что вы здесь делаете? Просто вышел пройтись, размять ноги. Вот и все. Будьте осторожней. Здесь в темноте на всякое можно наткнуться. Что это? Кто-то выбрасывает груз за борт. Но зачем? Харчи урезал. Болприпасов мало. Нечего поломать. Ты че со мной передумал, а? Самого-то, ягнянь. Я знаю, что так надо, но... Что но? Я вам это девчонки дал. Если что... Какой-то малый. Тихо. Вон он идет. Сделай вид, что работаешь. Забавно. Да. Забавно.
Есть новости? Все одно и то же. Я дежурю в одном месте, они сбрасывают бочки в другом. Мне бы еще пару глаз. Может, Джеймс или Милс? Зачем им это? Думаю, бочки служат бакенами. Они подают сигнал. Боюсь, это только вопрос времени, когда наш преследователь... Сзади корабль! Они готовятся стрелять! Живо, нашканцы! Готовьте! Эй, береги головы! Это сигнал! Нас хотят не потопить, а захватить! Пушкам! Готовьтесь к бою! А вы вниз живо! Почему? Позвольте мне вам помочь! Вы умеете брать рифы, заряжать пушки, вести бой в море? Думаю, что нет. Так что марш в каюту. Или вас доставить туда силой? Задраить люки! Хейтем. Вы были наверху? Нас собираются брать на абордаж. Странно, почему бунтовщики молчат? В этом нет смысла. А, отчего же? То есть? Вы надеялись так легко сбежать из Лондона после того, что устроили в опере? Думали, мы не узнаем? Не бросимся следом? А, так вот в чем дело. Сдайтесь, и тогда с вами обойдутся честно. Хотите обойтись со мной честно? Дайте мне клинок. Уверены, что вы этого хотите? Я велел вам сидеть в каюте. Я так и сделал. Только меня ждал Милс. Это он привел сюда тот корабль? Бунта не было. Это все он. Что им нужно? Я. Так пусть забирают. Думаете? Они нас догонят. Ничего нельзя сделать. Я что-нибудь придумаю. Вы хотите идти прямо на ураган? Выбора нет. Я не стану. Я стану. Ладно, ладно. Надо закрепить шкоты! Я говорил, это безумие! Успокойтесь! Я разберусь с парусом!
по мачту! Джеймс, на дрожь!